В Новопушкинском сквере в Москве сегодня показали лицо американской демократии. Так фотовыставку под открытым небом назвали ее организаторы – инициативная группа «Антимайдан». В экспозиции более 100 фотоснимков, впечатляющие кадры ужасов войны и волнений. То, каким все это увидели фотографы в разных точках мира, там, где Соединенные Штаты проводили военные операции. Вьетнам, Афганистан, Гватемала, Ирак. В объективе камеры – трагические эпизоды. И самые последние события, в которых тоже прослеживается роль США. Фотография на самом деле настолько завораживающая, да, что вот когда ты начинаешь смотреть или вглядываться в лица, тяжело уже перейти на другую, стенд, на другую вот, группу фотографий. Они прям держат тебя, это правда. И люди должны ее знать. Организаторы считают, что сегодня, когда в США отмечают День американских президентов, в стране стоит задуматься и понять смысл уроков истории.